Около 50 фотографий, представленных на выставке «Этот день мы приближали как могли», рассказывают о подвигах воинов-земляков и о событиях, происходивших на территории Ленинского городского округа в годы Великой Отечественной войны. На экспозиции показан вклад тружеников тыла, которые вместе с солдатами ковали победу в невероятно трудных условиях. На этой выставке мы хотели рассказать о людях с нашего района, которые были на фронте, также которые помогали в тылу, рассказать о наших колхозниках, которые собирали урожай, снабжали фронт продуктами. На 4 стендах, расположенных в уютном сквере «Юность», посетители смогут увидеть фотографии, на которых запечатлены такие исторические события, как формирование 1-й Ленинской дивизии народного ополчения, героические фронтовые эпизоды, работу в тылу, на строительстве оборонительных укреплений, в госпиталях и на предприятиях района. Отдельный стенд посвящен фотографиям редких эпизодов отдыха советских солдат. Родственники тех, кто воевал, да, и сами ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, они приносят фотографии к нам в центр, мы их бережно храним, и вот на таких выставках мы их показываем нашим жителям, мы их публикуем в газетах, в книгах. Сотрудник районного историко-культурного центра Владимир Меньшов признается, что, обрабатывая кадры, смог погрузиться в историю тех событий. Старые фотографии, которые пришлось, как и всегда, много работать над ними, чтобы восстановить, сделать, чтобы они были, имели, как бы сказать, нормальный вид, чтобы люди могли разобраться, что на них есть. Сквер «Юность» расположен недалеко от дома Валентины Шевякиной. Видновчанка рассказывает, что регулярно посещает экспозиции, которые здесь проходят. Остановлюсь, смотрю фотографии, смотрю, как прочитаю все, как где они, что к чему, они что воевали. Экспозиция открыта в преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби, и назначенного на 24 июня парада на Красной площади в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Познакомиться с фотоработами можно до середины августа. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.